Христос учил, что мы все дети Божьи, что мы божественны по своей сути. Что делают последователи Христа? Христос Бог, а мы все грешны изначально. Но когда мы грешны изначально, у нас уже закрыты возможности. Мы не можем идти к Богу. Мы не можем уподобляться Всевышнему. Мы можем мечтать о рае, где ничего не надо делать. А это уже сужение нашего сознания и возможностей. Если моя цель подсознательная, главная мечта – ничего не делать и не иметь проблем – это смерть. Пока я ношу эту мечту в себе, у меня будет падать энергия и усекаться мои возможности. Потому что я мечтаю об отсутствии развития. Развитие идет только через конфликт. Если я мечтаю о бесконфликтной жизни, я мечтаю не развиваться. Развитие идет через отдачу, через реализацию своих желаний. А если мои все желания удовлетворены, и я лежу, и мне ничего не надо, это уже близкое состояние к смерти. Не случайно рай в загробном мире. Так вот, всего-навсего установка, что мы все изначально грешные, Христос Бог, Дитя Божие, Сын Божий. Это уже сужение сознания.